Это необходимо для дальнейшей регистрации в поддержку кандидата на пост губернатора. Кондратьев собрал максимальное их количество – 830. Теперь избирательная комиссия в течение 10 дней проведет проверку подписей, после которой кандидат получит официальное удостоверение. И сегодня же в избиркоме глава региона представил трех претендентов на должность члена Совета Федерации. Это Алексей Кондратенко, Евгений Шендрик, депутаты Законодательного собрания края, и Виктор Захарченко, художественный руководитель Кубанского казачьего хора. Один из троих в случае победы Вениамина Кондратьева на выборах будет представлять Кубань в Верхней палате парламента.